А вы знали, что в пустыне нашли загадочный инопланетный объект и попытались скрыть? Пользователи сети сразу же предположили, что обнаруженный монолит был сооружен пришельцами. Обнаружить загадочную находку удалось в штате Юта, США. Департамент общественной безопасности Юты заявил, что неизвестный объект был обнаружен работниками отдела ресурсов дикой природы. Отмечается, что обнаруженный монолит имеет высоту примерно 3 метра, а также блестящую, но не отражающую поверхность. В заявлении департамента говорится, что неизвестно, кто возвел этот объект, однако отмечается, что устанавливать подобные структуры или произведения искусства без особого разрешения нельзя. Независимо от того, с какой планеты вы родом. Точное местоположение загадочного объекта скрывается. Это сделано для того, чтобы обезопасить всех, кто захочет найти монолит в удаленной части пустыни. Эксперты определили, что загадочный монолит сделан из нержавеющей стали. Стоит отметить, что таинственный металлический монолит привлек к себе внимание сторонников существования НЛО и различных теорий заговора. Новость о находке быстро распространилась по всему интернету, и многие пользователи предположили, что в Юте удалось найти некий инопланетный монолит. Кроме того, интернет-сыщики легко смогли найти местоположение объекта по Google картам. Выяснилось, что металлическое сооружение стоит в этом месте как минимум с 2015 года. При этом некоторые знатоки увидели сходство между монолитом и работами американского художника Джона МакКракена, который некоторое время жил неподалеку. Сам МакКракен был известен своими скульптурами в форме пирамид, кубов и гигантских плит. Стоит отметить, что пресс-секретарь художника сначала заявил, что это не одна из работ МакКракена. Однако позже пресс-секретарь сделал новое заявление, в котором сообщил, что найденная скульптура все же принадлежит Джону и стоит в пустыне уже более 10 лет. Пользователи сети, помимо обсуждения различных теорий заговора вокруг найденного монолита, также нашли повод поупражняться в остроумии. «Это просто здоровая кнопка сброс на 2020 год. Кто-нибудь может поскорее ее нажать?» Написал один из пользователей. Вместе с вами исследовал пустыню Валера Новичков. Скоро увидимся.